Сегодня мы будем рисовать... Угадайте, что? Мы рисуем плага из Леди Баг. Ну что, давай начнем? По-моему, из... Давай начнем. Суперкот. Давай начнем. Угу. Начинаем. Так, сначала мы нарисуем ему голову. Верно? Так, мы рисуем такую кочерышечку. Мы раскрашиваем пыль. Ну, конечно. Вот, рисуем вот такую форму. Дальше мы вот тут делаем вот такие маленькие типа щечки. Вот так сделали. И делаем вот так вот вниз. Сделали. Дальше давайте мы ему нарисуем ротик. Так. Рисуем вот так. Дальше мы должны нарисовать ему ушки. Давайте нарисуем. Одно ухо мы рисуем вот так. Другое ухо мы рисуем вот. Так, только одно ухо большое получилось. Ну, ничего страшного. И делаем вот такие штучки. Дальше мы делаем. Дальше мы рисуем. Он нарисовал, смотри, красиво. Дальше мы рисуем вот такие штучки. Вот, я надеюсь, видно. Вот, и из щечек мы делаем такие штучки. Да, они должны быть длинными. Дальше давайте мы нарисуем глазки. Или давайте нарисуем шею. Давайте нарисуем вообще туловище. Вот примерно вот здесь мы рисуем вот такие две полоски. Такие загогулины. Вот такие две загогулины. Интересно, кого я нарисовала? Чудо воробичка. Так, дальше мы делаем вот так. Рисуем шейку немножечко. Ну да, девочка. И дальше мы тоже делать. Так вот делаем руку. Ему. Отлично. И дальше мы рисуем вот здесь руку. И ведем вот сюда. Федорович. Вот такое тело у нас должно получиться. Примерно такое. Дальше мы из ножек начинаем делать вот такие две штучки. Да, они слишком. Понятно все. Они слишком длинные получились, но ничего страшного. Понятно все, а? Понятно. Ой. Так, дальше мы из этих двух штучек должны сделать еще ножки. Рисуем вот такие две штуки. Это ножки у него. Ой, я нарисовала, смотри, ручки, ножки, хвостик. Немножечко не похоже, но тоже ничего страшного. Так, рисуем ему такой хвостик. Дальше нам нужно нарисовать глазки. Это ж, конечно. Как же без глаз? Наш плаг. О, кстати, я нарисовала глазки, смотри. Рисуем сначала вот так. С ротиком. И... Подлиннее можно чуть сделать. Вот, 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 вот. Делаем вот так. И... Кстати, у него он даже старенький. У него волосы. Вот такие два платья. Вот такой плаг у нас получился. Теперь нам нужно его раскрасить. Да, да? Он у меня такой. Вот, мы должны теперь его раскрасить. Давайте для начала раскрасим ему глазки. Глазки, глазки нужно раскрасить зеленым цветом. Вот таким. Давайте же раскрасим. Так, рисуем и раскрашиваем глазки. Да, на этом пошли. А, может, все-таки сделаем монтаж, покажем, как, с чего мы срисовали. Дальше мы берем и немножко потемнее фломастер зелененький берем. И проводим вот там вот. Поверху, поверху точнее. Я не буду тут раскрашивать. Так, скажу, что... Ну а теперь, наверное, самый сложный процесс – это раскрашивание всего
Лага. Так. Вот это раскрашивание начинается. Вот объектик нужно раскрасить. Потом еще вот это ясно. Вот это вот тоже раскрасить. Нормально. Дальше мы раскрашиваем флага. Сори, я это не буду раскрашивать, просто не хочу раскрасить. Я ж не подумала, как мы выделим улыбку вот эту. Ладно, клянусь, придумаем. Ладно, вот тут. Потом вот так вот закрашу. Кстати, у меня все понятно. Смотри, какая. И вот, смотрите, улыбка. Это же Федор Федорович. А ты хочешь в геншину подпайкать? Так, начинаем раскрашивать. Я уже пришла к лицу. Ушки пока что не трогаем, потому что мы с ними будем делать кое-что еще. И... Хотя, а ты можешь сказать, что это... Как там это? Геншину подправим. Вот этого Геральда зовут. Кто вообще? Кто-нибудь уже смотрел 4-й сезон Леди Баг? Я уже смотрю вовсю. Скоро должна выйти. Ну, дата новой серии пока что неизвестна. Но пока самая последняя серия, которая вышла, это «Исполнитель желаний». Вот. Крутой, правда, у меня получился? Раскрашиваем глазки, возле глазок, точнее, очень аккуратно. Убери. Пока область возле улыбки не трогаем. Пока что возле улыбки мы не трогаем. Я сейчас покажу, что делать, что нужно сделать, чтобы ее было видно. Рассась. Не раскрась, а рассась. Короче, вокруг надо все рассосать. Павлика, ты смотрела «Леди Баг»? Да. Какой сезон? Не знаю. Не знаешь? Надо знать. Так, и раскрашиваем. Я уже досмотрел. Смотри. Вот такой вот. Кто любит «Леди Баг», ставьте лайки. Не, давай не лайки, давай что-нибудь другое. А то лайки, может быть, из-за видео, потому что из-за «Леди Баг». Давай это в комментарии. В комментарии нельзя писать. Так. Рисуем вот такие ушки. Ну, в Инстаграм можно. По-моему, Инстаграм же это он будет выкладывать. Вот такие два ушка. Так, теперь что нужно сделать, чтобы было видно улыбку? Возьмите какой-то фломастер черный, который плохо пишет. И вот так вот возле улыбки сделайте. Да, это, конечно, не очень красиво выглядит, но хоть как-то. Улыбку будет хоть как-то видно. У меня фломастер не закрывается. Также можно просто попробовать взять какие-нибудь яркие такие цвета и намазать поверх улыбки. Закрывается. Та-дам!
может быть, тогда улыбка будет немножко другого цвета. Я руки долго ломать уже забрал. Вот так вот делаем другими цветами. И улыбку, возможно, будет видно. А такой еще в мастер-балле. Он там? Так. Ну, улыбку видно. Все-таки чуть-чуть на камере этого не видно, но ее видно немножечко совсем. Может быть, если поменять камеру? Все, отлично. Так, мы поменяем камеру. Вот наши плаги. Например, это просто... Не надо. Вот наши плаги. Как вам? Может, вот. Может, увеличим это? Не надо. Вот такие вот у нас получились плаги. Это, надеюсь, для вас было легко. Для нас это было интересно. Надеюсь, для вас тоже. Ну что, всем спасибо за просмотр. Пока. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!